Всем привет! Сегодня решил видос снять на 200 метров. То же место, вон машина белая. Вот. Расстояние от машины до этого места, где я стою, 200 метров. Так. Надеюсь, машину видно. Вступлять будем вот по этой бутылочке. Стеклотара. Я сейчас постараюсь ее укрепить, чтобы не задеть. Камеру не подбить. Как-то так. Я думаю, так видно ее. Ветерок приличный есть. Ну, здесь дорожка там, все-таки деревья закрывают от ветра. Так, ну все, пошел я на исходную. Винтовка та же, егерь. 5,5, 22 ЛР. Стрелять буду люгерами 2,2 грамма. Ну, все то же самое, что было и вчера, только расстояние 200 метров. Пошел я.
Ну что, расстояние 200 метров. Кстати, целился как раз в верхнюю часть горлышка по прицельной сетке. Туда, кстати, и прилетела пилюлька 2,2 грамма. То есть все четко, все соответствует сеточке по калькулятору. Как показано, прилетает четко. Вот 200 метров. Вот там машинка белая, мы сейчас к ней туда и пойдем. Вот такой Егорка у меня. Хочу показать еще раз пули, точнее, которыми я стреляю, дабы не было сомнений ни у кого. Дождик прошел ночью. Мокро. Лужи появились. Хорошая разминочка. Я, кстати, сразу сейчас как приехал, я еще не стрелял. Просто освободился, на работе дела были, вот. Только сейчас смог освободиться под вечер. Вот и решил пойти популять на 200-ку. Ветерок, кстати, приличный, вот, чувствуется. Я думаю, что даже сильнее, чем вчера был. Но ввиду того, что здесь деревья вокруг, он, скорее всего, деревья как-то его сдерживают. Я думаю, что на открытом пространстве было бы куда значительно хуже, конечно, чем здесь. Но это дорожка такая грунтовая, которая ведет на даче. Вот, кстати, ветерок был сильный, ночью дерево повалило. Вот. Ломаются деревья, ломаются. Хорошо не перекрыло дорогу. Вот. Так, ну что. Вот я и подошел. Так, ну что, вот Егорка мой. Это то, что я говорил. Вот пульки шмайсера Володи. Вот они. В принципе, я уже их показывал. Но я еще раз просто хочу показать, дабы не было там сомнений потом. Вот они, люгеры 2,2 грамма. Диаметр ведущего тела 5,54. Вот. Я считаю, что это одни из самых удачных и лучших пуль в этом калибре. Винтовка та же, Егорка мой. Вот. Кстати, вот сеточка по калькулятору, это ПСО. Вот. У Борисова параболы только нету. У меня там в Пиладе еще парабола дальномерная. А здесь ее нету. Значит, вот тут у меня получается ниже. Вот максимально 120, но я сделал поправки барабанщиком. То есть сделал 30 кликов и в результате поднял чуть-чуть вверх. И получилось у меня на 200. Рассчитал и попал. В принципе, сетка полностью совпадает. То есть все проверено уже. Вот такие вот дела. Напомню, что клапанная группа здесь новая в этом Егере. Специально был сделан пульный вход по рекомендации Володи Шмайсера. Вот, специально он там написал в текстовом формате. Я это все передал мастеру. Вот. И вот так вот. Вот такой Егерь. Отличная винтовка, я очень доволен. Ложе просто великолепное. Вот, очень удобно стрелять сидя. Вот, с позиции такой хай-фтешной. То есть вот этот наколенник упирается в колено и запросто можно производить выстрелы. Она
Баланс очень, очень здорово, баланс посередине. То есть никаких там упоров, столов, тренок никаких не надо. Ну все, в общем, всем удачи. Пока. Пока.